А теперь к новостям культуры. Знаменитая шведская группа ABBA объявила, что выпустит запись своей неизвестной ранее песни. Песня ABBA носит название «From a Twinkling Star to a Passing Angel» – «От мерцающей звезды к летящему ангелу». Как сообщили бывшие участники группы, она была написана в период, когда ABBA находилась на пике популярности, однако не исполнялась на публике и не вошла в состав выпущенных ансамблем пластинок. Композиция, взятая из архивов группы, будет включена в качестве бонус-трека к альбому «Visitors» – «Посетителей», который будет переиздан в апреле этого года. Альбом «Visitors» впервые вышел в свет в 1981 году, за год до распада шведского квартета. Он будет вновь выпущен в люксовом издании. Помимо компакт-диска, включающего бонус-треки, в комплект будет входить видеодиск с неизвестным ранее архивным материалом времен расцвета группы. В последний раз ABBA выпускала обновленное издание своих песен в 1994 году, когда был выпущен сборник из 4 дисков «Thank you for the music» – «Спасибо тебе за музыку». Шведская поп-группа ABBA была создана в 1972 году. Они стали знамениты в 1974, победив на конкурсе Евровидения с песней «Waterloo». Группа распалась в 1982 году. Число проданных в мире пластинок группы ABBA достигает 300 миллионов. В марте 2010 года ABBA была включена в зал славы рок-н-ролла. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. С новостями спорта вас познакомит Денис Попов.